Иди сюда. Ты очень кстати. Он гуляет каждое утро не меньше часа. Я ему запретил возвращаться раньше. У него было очень много работы. Ночами сидел. Ох уж это мне целеристика. Он мне напоминает бухгалтера, готовящего годовой отчет. Мы еще вчера тебя ждали. Он хотел убежать, когда меня увидел. Здравствуй. Здравствуй. Мне, наверное, не стоило мешать вам сегодня. Как мы с тобой постарели, я только сейчас, пожалуй, это понял. Ну, что ты извиняешься? Он понимает, что все будет зависеть от его первого сообщения со станции. Экипаж передает все время непонятные и путанные данные. Если он подтвердит, что по каким-то там причинам работу продолжать невозможно, станцию могут снять с орбиты Соляриса. Он это понимает. Ты обещал поговорить с ним, я привез пленку. Собственно, ради этого я и приехал. Да, конечно. Ты не будешь против, если малый пробудет у вас несколько дней. А то у меня много дела, оставить его не с кем. Анна присмотрит за ним. Теперь у нее будет больше свободного времени. В котором часу он летит? Завтра утром. Его уже здесь не будет. Хорошо у вас здесь. Этот дом похож на дом моего деда. Мне он очень нравился. И мы с матерью решили построить такое же. Не люблю я новшеств. Ну, я, пожалуй, пойду. Время, у меня еще куча дел. Нас события, экспедицию возглавлял профессор Тимолис. А ты разве не останешься? А это видел уже много раз. На 21-й день высадки нашей экспедиции радиобиолог Вишняков и физик Фехнер проводили исследовательский полет над океаном Соляриса на глиссере, который передвигается на воздушной подушке. Когда через 16 часов они не вернулись, мы вынуждены были объявить тревогу. Туман сгустился, и мы были вынуждены прекратить поиски. На станцию вернулись все спасательные аппараты. Не было только грузового вертолета, на котором вылетел пилот Анри Бертон. Бертон вернулся через час после наступления темноты. Выбравшись из вертолета, он бросился бежать. Он был в состоянии нервного шока. Вы понимаете, что для мужчины, у которого за плечами 11 лет космических полетов, порой в тяжелейших условиях, это было поразительно. Через 2 дня он поправился, но больше ни разу не выходил из космолета и старался не подходить к окну, из которого был виден океан. Потом он нам писал из клиники,
что собирается сделать заявление, в котором пойдет речь о деле чрезвычайной важности, которое, по его мнению, решит судьбу солеристики. Отлично. Вот пусть он сам обо всем и расскажет. Теперь самое время передать слово Бертону, я полагаю. Спасибо. Когда я впервые спустился на 300 метров, стало трудно удерживать высоту, так как поднялся ветер. Я вынужден был все внимание сосредоточить на управлении. И некоторое время не выглядывал из кабины. В результате я против своего желания попал в туман. Это был самый обыкновенный туман? Конечно, нет. Это не был обычный туман. А как бы взвесь, по-моему, коллоидная. И очень липкая. Она затянула все стекла. Из-за сопротивления, которое оказывал этот туман, у меня упали обороты, и я начал терять высоту. Солнце я не видел, но в его направлении туман светился красным. Через полчаса мне удалось выскочить на открытое пространство. Оно было почти круглое, диаметром в несколько сот метров. В этот момент я заметил перемену в состоянии океана. Волны совсем исчезли, и поверхность стала почти прозрачной с замутнениями. Под ней собирался желтый ил. Он тонкими полосами поднимался вверх, и когда всплывал, блестел, как стеклянный. Потом начинал бурлить, пениться и затвердевать. Он был похож на пригоревший сахарный сироп. Этот ил или слизь собиралась в большие комки и постепенно формировала разные фигуры. Меня стало затягивать к стене тумана. Мне некоторое время пришлось бороться с этим движением. Когда я снова посмотрел вниз, то увидел подо мной что-то, что напоминало сад. Как сад? Прошу внимания. Я видел карликовые деревья. Живые изгороди, акации, дорожки. Все это было из той же субстанции. А эти деревья и растения, которые вы видели, были с листьями? Кустарник, акация? Нет, я же сказал, все было как из гипса, только в натуральную величину. Потом начало все трескаться, ломаться. Из расщелин выдавливался желтый ил. И все начало бурлить еще сильнее и покрылось пеной. Да вы и сами можете убедиться во всем. Время от времени я включал кинокамеру, и все, что видел до и после, должно быть зафиксировано на пленку. Тогда я предлагаю прервать разговоры и посмотреть на все это собственными глазами. Ну что ж, покажите нам вашу пленку. Очень интересно. Это все? Это весь ваш фильм?
Да, это все. Но мы ничего не поняли. Вы сняли облака. Почему вы снимали одни облака? Это, наверное, туман, о котором я говорил вам. Для меня это полная неожиданность. Все это могло быть результатом воздействия на сознание Бертона биотоков океана Соляриса, который, как теперь известно, является не только гигантским мозгом, что ли, но и субстанцией, способной мыслить. Но гипотеза эта весьма сомнительна. Вы не чувствовали себя в тот день больным? Ну, дальше тут довольно бессмысленный кусок. Вот, пожалуй, отсюда. В одно из отверстий обнаружил там плавающий предмет. Мне показалось, что это комбинезон Фехнера. Тем более, что формой он напоминал человека. Я развернул машину, я боялся пролететь это место и потерять его. В этот момент фигура слегка приподнялась, как будто она плыла или стояла по пояс в волне. Этот человек, он был без комбинезона и двигался. Я не понял, человек? Да, человек. Одну минуту. И вы что, видели его лицо? Да. Какой человек? И кто это был? Это был ребенок. Какой ребенок? Вы раньше его видели? Нет, никогда. Во всяком случае, я не помню этого. Когда я к нему подлетел ближе, то я заметил в нем что-то нехорошее. В каком смысле? Я не сразу понял, что это. А потом понял, что он был необыкновенно большой, гигантский. Это еще слабо сказано. Он был ростом 1.04 м. У него были голубые глаза и черные волосы. Может быть, вы не здоровы? Тогда мы перенесем заседание. Я продолжу. Он был голый, абсолютно голый, как новорожденный. И мокрый, вернее, скользкий. Кожа у него блестела, он поднимался на волне вверх, вниз, и независимо от этого он двигался. Это было омерзительно. Простите, я промотаю. Осталось совсем немного. Сообщенные Бертоном сведения представляют собой содержание галлюцинаторного комплекса, вызванного влиянием атмосферы планеты симптомами помрачения, которым способствовало возбуждение ассоциативных зон коры головного мозга, и что этим сведениям ничего или почти ничего в действительности не соответствует. Насколько оно велико, это почти. Простите, я еще не кончил. Отдельно записано особое мнение доктора физики Мессенджера, который считает, что сообщенные Бертоном сведения могли в действительности иметь место и нуждаются в весьма добросовестном изучении. Это все. Ведь я это все видел собственными глазами. Я придерживаюсь на этот счет иного мнения. Мы стоим на пороге величайшего открытия, и мне бы не хотелось, чтобы на наше решение оказал влияние тот факт, что мы опираемся на наблюдение человека безо всякой ученой степени. Хотя ни один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту, его присутствию духа и таланту наблюдателя. И потом мне кажется, что в свете последних сведений мы не имеем никакого нравственного права прекращать исследования.
Я понимаю чувство профессора Мессенджера. Я понимаю его. Но давайте оглянемся на пройденный нами путь. Слеристика топчется на том же месте, откуда мы начинали в момент ее возникновения. Труды всех этих лет оказались напрасными. То, что мы знаем сейчас о Солярисе, имеет отрицательный характер и уподобляется горе разрозненных фактов, которые невозможно втиснуть в рамки каких бы то ни было концепций. Точно в таком же положении мы находимся и сейчас. Соляристика вырождается. Но ведь речь идет о вещах более важных, чем изучение соляристики. Речь идет о границах человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусственно устанавливая такие границы, мы тем самым наносим удар по идее безграничности мышления и, ограничивая движение вперед, способствуем движению назад? Я все-таки еще раз повторяю вопрос. Что значит, сообщенные мною сведения почти ничему не соответствуют? Ведь я все это видел своими глазами. Что значит почти? Почти ничему означает, что какие-то реальные явления все же могли вызвать ваши галлюцинации, Бертон. Во время ветреной погоды не мудрено спутать качающийся куст с живым существом. А что говорить о чужой планете? Так что в этом нет ничего для вас оскорбительного, Бертон. Ничего. Мне хотелось бы узнать, какие последствия будет иметь особое мнение профессора Мессенджера. Практически никаких. Это значит, что исследования в этом направлении проводиться больше не будут. Сейчас. Да-да. В связи с этим я хочу сделать заявление. Комиссия оскорбила не меня, я здесь не в счет. Она оскорбила дух экспедиции, поэтому я считаю своим долгом заявить... Ну, и так далее. Теперь считается хорошим тоном хохотать при упоминании о рапорте Бертона. Спасибо, Бертон. Мы так давно знакомы, и я ничего не знала о вас. Знаете, а вы были очень красивы. Что вы говорите? Во всяком случае, спасибо. Ну, прости. Ну, Крис, какое у тебя сложилось впечатление? Если ты не будешь возражать, мне хотелось бы поговорить с твоим сыном наедине. Не хотелось бы выглядеть в твоих глазах кретином в очередной раз. Я буду ждать вас внизу, у качелей. Нелепый какой-то человек. Напрасно ты говоришь о нем так. Он и сам себя чувствует неловко. Ему кажется, что он помешает нам проститься. А ведь он человек деликатный, если решился приехать, то значит считает свое дело важным. Хотя, признаться, и мне сейчас не хотелось бы никого видеть. Мы не так уж часто беседуем с тобой. Я рад, что ты так говоришь. Хоть и в последний день. Последний день. Когда прощаются специально, потом всегда бывает противно. О, твоя тетка идет. Знаешь, Крис, давай встретимся после обеда, нам надо поговорить. А почему ты тогда, именно сегодня, пригласил этого Бертона? А где будут ночевать гости? Рядом с тобой или в комнате наверху? Я думаю, наверху. Что ж, пойду на свидание у качелей. А может быть... Я сейчас... Да погоди ты со своей комнаты. Слушай, Крис.
Ну, что случилось? Что там такое стоит? Чего ты боишься? В гараже стоит, смотрит. Это лошадь. Не надо, я уже видел. Идем, идем. Она добрая. Смотри, какая красавица. Поймите меня правильно. Мне кажется, что соляристика зашла в тупик именно в результате безответственного фантазирования. Меня интересует истина, а вы хотите сделать из меня предвзятого сторонника. Я не имею права выносить решения, руководствуясь душевными порывами. Я не поэт. У меня вполне конкретная цель. Или прекратить исследование, снять станцию с орбиты, узаконив тупик и кризис соляристики. Ну, или принять крайние меры. Возможно, даже воздействовать на океан жестким излучением. Только не это. А почему? Вы же сами предлагали. Любой ценой продолжать исследование. Вы что же, хотите уничтожить то, что мы сейчас не в состоянии понять? Простите, но я не сторонник познания любой ценой. Познание только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность. Нравственной или безнравственной науку делает человек. Вспомните Хиросиму. Ну так не делайте науку безнравственной. Странно. Странно. Ничего странного. Ведь вы и сами не уверены в том, что все, что вы видели там, не было галлюцинацией. Я ведь вижу. Благодарю вас. Считайте, что мы поговорили. Что случилось? Я уезжаю. Куда? Он бухгалтер, а не ученый. Ты был прав. Мы с тобой друзья, но все-таки не стоит так о нем отзываться. Вот и отлично. Мы знаем друг друга уже 20 лет. Должно же это когда-нибудь кончиться. Мальчика, ты оставляешь? За что ты его обидел? Ты слишком жесток, вот что я тебе должен сказать. Таких, как ты, опасно пускать в космос. Там все чересчур хрупко. Да-да, вот именно хрупко! Земля уж кое-как приспособилась к таким, как ты, хотя это и стоило ей черти каких жертв. Ты что, ревнуешь его к тому, что он меня похоронит, а не ты? Таким образом, было установлено, что океан Соляриса является своеобразным мозгом. Именно после этого была высказана уже вовсе смелая гипотеза, предполагавшая, что океан является мыслящей субстанцией. Кстати, гипотеза эта вот уже много лет не имеет аргументов, которые бы или подтвердили, или опровергли ее. Итак, это передача о Солярисе. И кризис ее налицо. В рядах, так сказать, верующих остались немногие. И в первую голову те, кто связан с судьбой орбитальной станции «Солярис». Сейчас на этой колоссальной станции, рассчитанной на 85 человек, работают всего трое. Это астробиолог Сарториус, кибернетик Снаут. Физиолог Жигибарян занимается на станции проблемой соотнесения... Я звоню из города. Бертон. Анна, выйди на минутку, нам надо поговорить. Я не о том говорил с Крисом и не сказал ему самого главного, о мессенджере, который высказал особое мнение на том заседании. Так вот, он заинтересовался Фехнером, погибшим в океане Соляриса. Оказалось, что тот оставил сиротой сына, ну, ушел из семьи. И мы вместе с мессенджером ездили к Авдею Фехнера. Я своими глазами видел малыша. Ты мне об этом не рассказывал. Не было повода. Ну, хорошо. Ну и что дальше? А то, что ребенок этот ничем не отличался от того, которого я видел тогда на Солярисе. Правда, он не был 4-метровым.
Сейчас перед стартом ему не надо слишком думать об этом. Но там пусть вспомнит.
Это лишние бумаги. То, что надо сохранить там у меня, в комнате. Институтские работы, курсовая. Как это все сохранилось? Если что-нибудь случится, я попрошу присмотреть за ними. Что-нибудь придумай. Да, ты не ищи эту пленку. Я ее взял с собой. Помнишь ту, с костром? Да-да, бери, конечно. Готов, Кельвин? Готов, Мозер. Не беспокойся ни о чем. Счастливого пути. Привет нашим. Когда старт? Уже летишь, Крис? Будь здоров! Станция Солярис. Станция Солярис, делайте что-нибудь. Кажется, я теряю стабилизацию. Здесь Кельвин. Прием.
Эй, где вы все? Здесь гости, прием. Доктор Снаут. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Снаут? Я Кельвин, психолог. Насколько я вижу, вы меня не ждали. Вы получили радиограмму? Да. Да. Конечно. Ну, что с вами? Простите. Простите. А где Гибарян? Где Сарториус? Сарториус у себя. Гибарян умер. Как умер? Самоубийство. Позвольте, я знал Гибаряна, он никогда бы... Он почти все время находился в состоянии глубокой депрессии. С тех пор, как у нас начались эти беспорядки. Вот что, отдохните, примите ванну, занимайте любую комнату и приходите через час. Я хотел бы повидать... Гибаряна, то есть Сарториуса. Попозже. Тем более он вряд ли отопрет, он наверху в лаборатории. Слушайте, Снаут, я понимаю, что произошло нечто чрезвычайное. И, может быть... Доктор Кельвин, понимаете, да, приходите через час. Прошу вас, идите, отдохните. Послушайте, теперь нас трое с Сарториусом. Его вы так же, как и меня, знаете по фотографиям. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Что увижу? Не знаю, в некотором смысле это зависит от вас. Галлюцинации? Нет, не нападайте. Помните? О чем? Мы не на земле. Знаете, лучше приходите вечером или ночью. Или нет, приходите завтра утром.
Привет, Крис. У меня есть еще немного времени. Я должен кое-что тебе рассказать. И предупредить кое о чем. Сейчас ты уже на станции и знаешь, что со мной случилось. Если нет, то Снауд или Сарториус тебе расскажут. Что со мной произошло, это не важно. Вернее, Крис, этого не расскажешь. Я боюсь, что то, что произошло со мной, это только начало. Я бы не хотел, конечно, но это может произойти и с тобой, и со всеми остальными. Здесь сейчас это может произойти с каждым, наверное. Только не думай, что я сошел с ума. Я в здравом уме, Крис, поверь мне. Ведь ты меня знаешь. Если успею, я расскажу, почему все это сделал. Все это я говорю тебе для того только, что если это с тобой случится, знай, что это не безумие. Это главное. А что касается дальнейших исследований, я склоняюсь к предложению Сарториуса подвергнуть плазму океана жесткому рентгеновскому облучению. Я знаю, это запрещено. Но другого выхода нет. Вы только завязнете. Быть может, это все сдвинет с мертвой точки. Это единственный шанс на контакт с этим чудовищем. Другого выхода нет, Крис. Если...
Доктор Сарториус, я Кельвин. Я прилетел 2 часа тому назад. Поймите, я попал в какое-то дурацкое положение. Короче, если вы не откроете, я разобью дверь. Хорошо, я открою. Но вы не входите. Я сам выйду. Ну, хорошо. Меня зовут Кельвин. Слушаю. Вы, должно быть, слышали обо мне. Я работаю, то есть работал с Гибаряном. Слушаю вас. От Снаута я узнал, что Гибарян, что его нет. Таким образом, вам уже известна эта история? Да. Это ужасно. Я не знаю подробностей, но он умер. Дело не в этом. Умереть может каждый из нас. Но он завещал похоронить себя на земле. А разве космос плохая могила для него? Но Гибаряну захотелось в землю, к червям. Я хотел пренебречь этим, но Снаут настоял. Вы когда-нибудь слышали о Бертоне? Это пилот, который... Да, он участвовал в поисках Фехнера. Фехнер умер великолепно, а Гибарян струсил. Не стоит плохо говорить о нем теперь. Вы не о том думаете. Сейчас следует думать лишь о долге. Перед кем? Перед истиной. Значит, перед людьми. Вы не там ищете истину. Вот. Ваша поза нелепа. Ваше так называемое мужество бесчеловечно. Слышите вы? Уходите. Вы, как я понял, излишне впечатлительны. Вам надо привыкнуть. Доброго здоровья.
Я разговаривал с Арториусом. По-моему, это паршивый тип. Он очень талантливый ученый. Вы знаете, мне кажется, я немного болен. Вы совершенно здоровы. Просто невнимательны к советам. Снаут, кроме нас троих, на станции еще кто-нибудь есть? Вы видели? Вы предостерегали меня. От чего? Кого вы видели? Это человек? Она реальна? До нее можно дотронуться? Можно ее ранить, да? Последний раз вы ее видели сегодня. А ты? Кто ты такой? Тише. Откуда она взялась? Оставь меня в покое. Боишься? Не беспокойся. Сумасшедшим я тебя считать не буду. Сумасшедшим? Господи, ты же ничего, совсем ничего. Сумасшедшим. Это было бы избавлением. Послушай, Снаут. Это все бессмысленно. Все равно они меня не поймут. Ведь они думают, что я сошел с ума. Видишь ли, Крис, как все это не дико. Я должен это сделать, потому что я боюсь, что они войдут сюда. Я имею в виду Снаута и Сарториуса. Они сами не понимают, что делают. Мне страшно, Крис. Я не могу. Никто этого не сможет понять. Открой! Слышишь, Гибарян? Открой! Перестань глупить! Это ведь мы, Снаут и Сарториус. Мы хотим тебе помочь. Они хотят мне помочь. Сейчас, сейчас! Не стучите! Я сам себе судья. Ты ее видел. Крис, знай, что это не безумие. Здесь скорее что-то с совестью. Мне так хотелось, чтобы ты скорее прилетел, Крис.
Откуда ты? Как хорошо. Но ведь это не... Откуда ты узнала, где я? Как откуда? Крис, не надо, щекотно. А где мои туфли? Туфли? Крис, это я. Знаешь, у меня такое чувство, как будто я что-то забыла. Я не могу понять. Ты меня любишь? Ну что ты говоришь глупости, Харри? Кого-то не знаешь. Я сейчас уйду ненадолго. Ты подожди меня, ладно? Я с тобой тогда. Нет, нет, Харри, я скоро приду. Нет. Что такое? Почему? Я не знаю. Я не могу. Что ты не можешь? Мне кажется, я должна тебя все время видеть. Ты что, ребенок, что ли? Мне работать надо, Харри. Я веду себя как дура. А ты тоже. Бегаешь, весь взъерошенный, как Снаут. Как кто? Как Снаут. Снаут? Слушай, а откуда ты его? Ну, мне пора. Если хочешь, пойдем вместе. В платье ты не сможешь надеть. Комбинезон. Разденься. Крис, помоги мне, я не могу развязать. Почему ты так смотришь?